я не виноват, произошло недоразумение, клянусь рукой. Если ты не собирался машину угонять, зачем тогда ты люк разбил и внутрь залез? Да я просто хотел посмотреть, как рыжка переодевается. Залез на дерево, а эта проклятая ветка не выдержала моего стройного тела. Вот я и упал на эту машину, между прочим, припаркованную на газоне. Повезло тебе, бородач. Заявление на тебя никто не напишет. Хозяина машины на прошлой неделе посадили за хранение оружия. Реально фартанул, а то бы он меня грохнул. Вахитов, ну можно я тогда пойду? Ладно, бородач, так уж и быть. Помоешь пол тут у нас, и ты свободен. Ни хрена себе! Почему это я должен пол мыть? Не я его загрязнил. Не хочешь мыть? Тогда посидишь в КПЗ сутки, подумаешь о жизни. Стопэ, хорош! Я согласен, сейчас все вымою. Бери тряпку вон там! Всем привет, с вами Клевер. И сегодня мы поиграем в игру, так... Называется «Бородач». Наш бородач попал в полицию зачем-то. Его заставили мыть пол, вот. Орудие пролетариата у меня. А теперь вытри тряпкой следы. Ну тут все ясно, ребят. Надо перетащить тряпку на следы. Все. Давай, бородач, работай. Проклятый мусора. Еще говорят, у нас крепостное право отменили. Че ты там сказал? А, все чисто, говорю, ваше благородие. Вот и молодец, а теперь проваливай. И тряпку с собой забери, выбросишь там где-нибудь. Сейчас мы маленько потыкаем, что тут у нас есть в этой игре. Какой-то пьяница спит. Честно говоря, ему сейчас завидую. Ну, до тех пор, пока он не проснется. Понятно, там пьяница спит. Силуэт черного человека. Обама, наверное. Ха! Обама! Дверь в другие кабинеты. Я один раз попытался туда сходить, но мне объяснили, что этого делать не стоит. Долго объясняли. До сих пор все болит. Ха-ха, объяснили, человек. На экране важные улики в деле об игорном бизнесе. Пасьянс. Кактус поглощает все вредные излучения от компьютера. Хорошо, что компания Apple этого не знает. А то бы все кактусы сильно подорожали. Это очень важные ментовские документы. Ну, разворды и сканворды. Вот, прежде чем мы выйдем из участка, мы сейчас здесь все протыкаем. Высокий шкаф. Я хрен знает, что в нем. Наверное, куча взяток. Чё ты сказал? Погода, говорю, хорошая. Понятно, кепочка. Ты куда лезешь, чмо бородатое? А ну отошел оттуда! А ты по башке, чмо бородатое. Тут всякие плакаты. Чтобы менты не забывали, как правильно быть ментами. Поверь мне, они иногда сильно забывают. Чё ты сказал? Бородач, плакаты, говорю, у вас хорошие. Побольше вам их надо. Бородач, валить надо, наверное, отсюда, пока не отбились его. Это портрет Путина. Он просто очень плохо нарисован. Ого. Тут всякие плакаты. Чтобы понятно, не это забывали, было. Как... Чё ты сказал? На, еще раз. Телефон. Плакаты, говорю, у вас хорошие. Да понятно. Давай телефон. Не трогай, это служебный. Ага, пользоваться нельзя. А когда звонишь вам, так никто не поднимает. Чё ты там сказал? Повезло чуваку. Простите, не подумал. Давай компьютер. Ну и старье, на таком даже игра сапер будет тормозить. Ого! Да я тут почти всех знаю лично. Ну все, выходим, все протыкали. Наконец-то я на свободе. Надо скорее бежать к моей любимой Ришке. Бородач! Ау! Я тут за решеткой! О, Палыч, здорово! Так это ты там в РУВД спал?
Нормально мы так разминулись. Бородач, помоги мне! Палыч, меня только выпустили. Мне сейчас светиться лишний раз нельзя. Если ты мне не поможешь, тогда я расскажу, как ты ночью на лобовуху ментовского Бобика нагадил. Ну да. Сначала надо помочь Палычу. Тетке он мой лучший друг. Давай, тет, к Палычу подходи, что надо. Вот если б ты мог эту решетку вырвать, я бы в окошко вылез. Я голыми руками ее не сломаю. Я ж не Шварценеггер какой-нибудь. Надо кого-нибудь попросить. Просить бабку, что ли? Сейчас тут протыкаем, пока не ушли далеко. Я один раз по такой трубе полез к речке в окно. Больше там той трубы нет. Я один раз по такой трубе полез... Мусорка рядом с мусарней. Символично. Надо посмотреть, что там интересненького. Баллон с краской. Наверное, от малолетнего хулигана осталось. Ну я и сам не старикан. Могу и похулиганить. Давай, хулигань. РОВД города Рязани и адрес. Это для тех, кто отсюда выходит и не помнит, где он был. А такое бывает. У меня 3 раза было. Все полицейские думают, что полиция означает бить по лицу. И если бы я дотянулся до этой надписи, я бы там нахулиганил. На урну. Встань. О. Я переверну урну. Но она как бы государственная. Получается, я сделал государственный переворот. Теперь я и до вывески дотянусь. О, давай. Все полицейские думают, что полиция означает «бить по лицу». Ты и если бы я дотянулся до этой надписи, я бы там нахулиганил. Давай, бабка, помогай. Уважаемая старушка, а что это у вас в руках? Мужской журнал для взрослых? Мне этот журнал нужен, чтобы голубей отгонять. Ну да, журналы с голыми бабами голубки обычно не любят. Ну если вы поняли, о чем я. Голубей давай гонять. Ни хрена себе, какие жирные. Может, это голуби-депутаты? Голуби-депутаты. Хорошо, что этот люк тут есть. А то однажды его не было, и я там всю ночь просидел. Прежде чем меня вытащили. Ну-ка, следи. Так вот откуда пришел Палыч. Как говорится, из грязи в князи. Хотя нет, в КПЗ. Поговорка не работает, короче. Понятно, пошли. Лужа дождевой воды. Я даже вижу свое отражение. Красавец. И чё Оскар Ди Каприо дали, а не мне? Попробовал бы он у нас в РОВД сутки выдержать. Тоже не выживший. Ни хрена себе! Мусора кондёр поставили. Если так дальше пойдет, у них и джакузи скоро будет. Телефон, телефон, ты! Я тебе сейчас руку оторву. Это мой телефон. Да я просто посмотреть хотел. Нечего там смотреть. Лучше на арбузы смотри. На арбузы я смотрю, не сомневайтесь. Арбузы у вас что надо. Ну-ка, арбузы. Вот это сисяндры. Как арбузы. Или это арбузы, как сисяндры. Чё-то я запутался. У вас арбузы интересуют? Ну еще бы, я ж нормальный натурал. Ну выбирайте, можете потрогать. О, спасибо, премного благодарен, ребят. Ах ты, извращенец. Пардон, мы просто друг друга не поняли. Вот эти арбузы трогай. Арбузы стоят 239 рублей за килограмм. Ого! Дороговато! Видимо, сказывается индекс Доу Джонса. Я хрен знает, что это по телеку слышал. Понятно. Тринадцать. Несчастливое число. Ну, конечно, если это не 13 косарей баксов. Или не 13 бутылок водяры. Точки. Я один раз тоже хотел цветы вырастить для Иришки. Но меня задержали, когда я городскую клумбу удобрял. Хулиганцев паяли и убирать за собой заставили. Удобрял, насрал. Эх, вспомню молодость! Ага. Такси заморал. Машина грязнее, чем я после работы.
Надо таксисту пожаловаться. Сам заморал, блин. Машина грязнее, чем да я. Понятно, иди жалуйся. Иди жалуйся, скажи. У тебя машина грязная. А у вас машина грязная. Наверное, дети испачкали. Они тут в грязи играли. Один такой ребенок большой. Ну, большой? Вот, блин, я же только из мойки. Слушай, а можешь протереть? Я тебе заплачу. Может, тряпка же есть? Ну? Виновата. Ой, ты грязной тряпкой только грязь разматывай. Где бы ее помыть? Вон лужа, чё её? Иди в лужу мой, как все нормальные люди. Лужа дождевой воды. Я даже вижу свое отражение. Красавица. А, тряпку чё? Надо. Тряпку. На, мой. О! Тряпка реально чище стала. Может, мне так и с одеждой сделать? Хотя не, она еще не сильно пахнет. Не сильно пахнет. Где мой машина? Машина грязнее, чем я после работы. Надо такси. Подожди ты жаловаться. Мой тебя заставили мыть. Давай. О! Ну вот! Теперь блестит, как лысина Федора Бондарчука. Чувак, помыли. Давай, бабос. Вот, дружище, машину я помыл. Чё там с наградой? Большое спасибо. Держи полтинник за честную работу и за твою тряпку. Я её себе заберу, а то больше у меня денег нет за мойку платить. Сам буду мыть. Вот, денежку заработали. Ну и хорошо. В кармане лучше 50 сухих рублей носить, чем мокрую тряпку. Нам фартануло, ребята. Естественно. Нахрена у вас одна лыжа на веревку привязана? Сейчас лето вообще-то. Нашел на дороге и подумал, что у меня ее кто-нибудь купит. Кто? Одноногий лыжник? Да я уже готов ее на что-нибудь выменить. Мне скучно тут. У тебя есть что-нибудь почитать? Желательно для взрослых. Да если бы у меня было, разве я бы тут стоял сейчас? Во! У бабки журнал есть, а нам веревка нужна, чтобы этого вытащить, чувака, за решетки. Иди к бабке, журнал гони, бабка. Давай журнал. Уважаемая старушка, а что это у вас в руках? Мужской журнал для взрослых? Мне этот журнал нужен, чтобы голубей отгонять. Ну да, журналы с голыми бабами голубки обычно не любят. Ну, если вы поняли, о чем я. Давай, блин. Семечки стоят 100 рублей. Ни хрена себе санкции. Не мы такие, жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. И че, блин? Семечки стоят. Да я понял. Ни хрена. Не мы такие. Как я тебе, блин? Ни хрена себе. Не мы такие. Да пропусти. Так, пойдем похулиганим пока. Все полицейские думают, что полиция. У нас же краска есть, во. Отхулиганим сейчас, давай. Будут знать, как меня задерживать и 4 часа в туалет не пускать. 4 часа. Давай нарисуй. Полюсия. Ну ты меня и рассмешил. Вот, давай журнал. За смех. Раз уж у вас теперь настроение хорошее, может, дадите мне семечек на халяву? Бесплатно не дам, а скидочку сделаю. Для тебя теперь за полцены. Все лучше, чем ни хрена. Ну давай, у нас полтинник есть. На. Вот, это мои последние сбережения. Так уж и быть, продам тебе со скидкой. За то, что ты этих мусоров проучил. А то мне приходится им бесплатно отсыпать каждый день, чтобы меня отсюда не гоняли.
Ай-яй-яй! Ужас, ментовской беспредел! Вот тебе и поддержка малого бизнеса. Только смотри, семечки не просыпь нигде, а то их голуби моментально сожрут. Так, ну, нам что надо-то? Как-то добыть журнал. Голубей убрать. Давай-ка сюда, по нём. Арбузы стоят 239 рублей. Да, дорого, да, дорого, вот. Дорого, дорого. Семки. Сейчас устроим партизанскую диверсию. Эскадрилья голубей в атаку! Уйди! Проклятые голуби, уйдите от арбузов! О, телефон ты! Андрей беспокоится. Давай, телефон ты! Ну, пока никто не видит. Может, таксисту дадим? А где мой телефон? Он же тут лежал. Его украли! Я ничего не видел. Я все время на вашу попу смотрел. Честно, клянусь рукой. На мою попу? В это я верю. Блин, что же теперь делать? Вам надо скорее в полицию, в полицию идти. Заяву накатать на вора. Его тогда поймают по горячим следам. Точно. Побегу заявление писать. Посмотри за прилавком, пожалуйста. Я быстро. Ага, быстро она. Наша полиция быстро не работает. Давай арбуз терпи. У нас в России так. Если хозяина рядом нет, значит это твое. Пошли арбузом твоего корешка. А может, ну ладно. Лужа дождевой воды. Да подожди ты, не нужна мне твоя лужа. Пойдем, старичку дадим. А, голубей надо сгрохнуть. Так, что делаем? Так, на. Арбуз. Палыч, подержи-ка арбуз. А то тебе там скучно, а так хоть какое-то разнообразие. Бородач, что-то он очень тяжелый. Я долго его не удержу. А ты представь, что это бутылка водяры. Буду держать до последнего. Давай, держи. Семечки сыпем. Ты, семечки, гулькам, гулькам. Кто уронит арбуз? Вкусные семечки, ребят, но ими не нажрешься. То ли дело водка, вот ей можно нажраться. Ты заколебал, блин. Саня, прости, я старый немощный человек. Понятно. Нихрена себе. Такими темпами они и людей начнут жрать. Вот прилетели бы они туда чуточку пораньше. До того, как Палыч арбуз уронил. Точно. Пошли. За арбузом. Они прилетят пораньше. Бери арбуз, блин. И мы их мачканем. Так, если хозяина рядом это нет... Это понятно, это было уже. Бери арбуз, пошли. Полетели они раньше. Иди. На. Палыч, подержи-ка арбуз. А то тебе там скучно, а так хоть какой-то разно... Бородач, что-то он очень тяжелый. Я... А ты представь, что это будет... Буду держать. Держи, держи. Семки, семки, сыпь. Боюсь, что так мы игру не пройдем. Заколебал! Не пройдет он игру. Сыпь семечки. Фу ты, Саня, прости. А что там у нас еще есть? Я старый немощный человек. Понятно. Козлина. Ни хрена. Это что такое? Надо, Бак? Пенсионеры обычно с техникой не дружат. А если дружит, то телефон. Это, скорее всего, либо трактор, либо мясорубка. Это телефон. Ну-ка на этому дай, другу своему. Палыч, даю тебе телефон на сохранение. Только ты всех по телефону не звони.
15. Хорошо, не буду. Саня, а если бы я чисто гипотетически захотел бы потом со своего туда позвонить? Какой там у них номер? Вот ты, Палыч, хитрый жук. Хитрый жук, Палыч. Че там, давай посмотрим, что происходит. Можем мы еще тыльки огурбузы. Бородач, отвали! Не веришь, я занят. Заявление принимаю. Тут одной баба, женщины телефон украли. А вы на него звонили? Ну, вдруг вор поднимет трубку и сразу выдаст себя. Ты что думаешь, мы совсем тупые? А давайте правда позвоним. Вдруг это поможет. Ну, позвоните. Алло? Алло, кто это? А вы кому звоните? Себе. Ну тогда вы ошиблись, потому что тут только я. Да вот же ваш телефон. Это он его украл. Точно. Это мой телефон, который украли час назад. Да как я мог его украсть? Я весь день тут сижу. У меня одно алиби. Странно. Давайте разбираться. У вас точно его сегодня украли? Точно! Это мой телефон, который украли час назад. Ничего тебя жопец, блин. Пошли, ни хрена не понятно. Надо журнал достать. Или арбуз. Надо гуляк пришибить. У нас в России так. Да понятно уже было это. Иди. И на арбуз. Палыч, удержи-ка арбуз. А то тебе... Бородач, что а ты представь? Буду держать. Гуляк надо, гуляк. На, тебе еще 7. Попробуем приманить голубей. Как раз последний год 7 осталось. Гули-гули, голубки. Тут можно безопасно пожрать. Ни хрена себе голуби вырубились. Прямо как мы с Палычем после 7 бутылки. Все, бабка, мы вырубили гулька. Гуляк. Я нейтрализовал голубей. Теперь журнал вам больше не нужен. Ну да. А если они в себя придут? Я должна быть уверена, что с этими тварями покончено. Ну давай, заберем их и выкинем мусор. Мама говорила, в хозяйстве все пригодится. Поэтому теперь я дохлых голубей собираю. Понятно. Мусорку... А, она перевернута. Давай бабке отдадим. На, гуляки. Вот, пожалуйста. Вы можете сами убедиться, что они вас больше не потревожат. Гуляк отдал. Ой, спасибо, внучок. Ну ты прямо тимуровец. Вообще-то я Александр. Вот, можешь забрать журнальчик. Он мне больше не нужен, только смотри. От рукоблудия волосы на ладошках вырастут. Мне то же самое про бороду говорили. Так что не рукоблудим. Так, у нас журнал есть, да? Есть. Теперь пошли к таксисту за веревкой. Это такси. Раньше их называли бомбилами. Но теперь такие слова лучше громко не кричать. А то подумают, что я дебил. Понятно. Чувак. Я тебе журнал принес. Дружище, ты такой здоровый. А ты мог бы голыми руками решетку из окна вырвать? Эд, таксисту руки, чтобы и водить нужны. Это прискорбно. Помню, моей жене надо было зуб вырвать. Я тогда ее зуб к машине перевязал, как дал по газам. Короче, сэкономить решили. А это идея. Мне надо так же сделать с Палычем. Ну, точнее, с решеткой. Правда, моя жена тогда более испугалась и за машиной 3 километра бежала. Но зуб мы все равно удалили. Я просто резко на тормоза нажал. Там теперь вмятина на багажнике. Зато сэкономили. Вот такая у нас в стране бесплатная медицина.
Красавец! Так, журнал. На. О, плейбой, на, чувак. Это именно то, что я хотел. Можешь отвязывать и забирать лыжу. А меня больше не беспокой, у меня важные дела. Все с ним понятно. Поспать хочу. Забираем веревку. Ну все, ребята, осталось привязать веревку и уговорить таксиста устроить побег Палыча. Хотя про побег ему лучше не говорить. Давай веревку привязываем. Ну? А лыжа нам нахрен? Вот оно, что ты придумал, Саня. А вдруг не получится? Саня, что-то я очкую. Да ты успокойся. Я 100 раз так делал. Не очкуй. Давай. Таксист, поехали. Я занят, заказы не беру, такси не работает. Шухер, тут стоянка запрещена, менты рядом, сейчас эвакуируют тебя. Запрещающих знаков нет, значит парковка разрешена. А это что за знаки? Такой круглый синий знак с красным крестом, который означает, стоянка и парковка запрещена. Пока его не увижу, не уеду. Ну и где я найду такой круглый синий знак? Думай, бородач, что у нас круглое и синее? Шляпа у полицейского. Пойдем. Так, пока они там заняты, мы сейчас шляпу тренируем. Не достает. Ребят, у меня наполеоновский рост. Я вам не какой-нибудь дядя Степа. Надо что-нибудь длинное, чтобы фуражку зацепить. Лыжа? Ребята, палка это наш верный союзник еще с доисторических времен. Даже когда современные технологии предлагают нам смартфоны, мы все равно пользуемся палкой, чтобы делать селфи. Молодца! Убегаем. Теперь нам надо где-то поставить знак. Да выходи ты. Пошли знак искать. И как нам узнать? Отличное место для знака. Если бы я был гаишником, то воткнул бы знак прямо сюда. Во! Даже искать не пришлось. Давай, втыкай. Ты пусть рукой, эта штука не для этого. Да заколебал ты, блин, а для чего? Фуражку, на. Надо воткнуть, тебе же сказали, воткнуть. Втыкай, куда, сюда? Ой, блин. Бери, втыкай. Во! Ну вот, считай, дерево посадил, осталось дом построить и вырастить сына. Но это не сейчас, это на выходных. Кепку одевай. Ну вот, очень похоже на знак. Родная мать не отличить, если она у них есть. У знаков. Теперь рисуем крестик. Давай, вперед. Запрещающий знак. Молодец. Все, ребята, могу работать в мусарне, знаки рисовать. Талант художника не пропьешь. Он от этого только усиливается. Красавец, пошли выгонять. Давай, скажи, беги. Мужик, шухер, эвакуатор едет, а ты прям под знаком стоишь. Вот блин, а я его раньше не видел. Да он все время тут был, я ж тебе говорил. Давай быстрее, а то оштрафую. Посмотрим. Давай, 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 давай. Тяни, тяни. Ха,
Вырвали. Спасибо, бородач. Бородач, ты чё наделал? Вахитов, я не виноват. Произошло недоразумение. Клянусь рукой. Вот мы поиграли в игру Бородач. Понравилось, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. С вами Клевер, всем пока.